нашем городе еще не было черных полицейских. Мы думаем, что ты можешь стать символом перемен. Здравствуйте. Меня зовут Рон Столвард. Кем имею честь? Дэвид Дюк. Тот самый, что носит титул великий мудрец Куклус-клана? Господь. Он самый. Чем могу быть полезен? Да, видите ли, я ненавижу черных. Евреев тоже не люблю. Мексиканцев, ирландцев, итальяшек, китайцев. Но черных крыс, ей-богу, всех бы передушил. Да и вообще, всех, в чьих жилах не течет чистая арийская кровь. Слова настоящего белого американца. Храни, Господь, белую Америку. Куклус-клан планирует нападение. И как ты собираешься вести расследование? Я по телефону контакт установил. А на сходки к ним пусть ходит кто-нибудь из белых. Значит, ты Рон за белую расу? Да не то слово. Таким образом, мы коллективный Рон Стоуарт. А так можно было? С правильным белым. И еще и не так можно было. Когда они в последний раз поручали серьезное дело новичку? Правильно, никогда. Короче, подружись с ним, пусть позовут еще раз. О чем вы вообще занимаетесь? Кресты жжем, маршируем. У нас большие планы на этот год. Что-то ты слишком любопытный. Ты часом не коп? Мы должны дать организованный отпор расизму. Ты за свободу черных американцев? Власть народу. Вся власть всему народу. Вся власть всему народу! Так-то, сестра. Для тебя это дело чести, а для меня работа. Ты еврей. Не бесит, что они тебя ненавидят? Проверим тебя на детекторе еврея. Можно подумать, тебе повезло с арийскими генами. Слушай сюда. Грядет война. Белая сила! Черная сила! Рыцари Куклус-клана. Это мы, братья Столварды. Мы сила. Черный клановец. Америка прежде всего. Америка прежде всего. Америка прежде всего. Знал бы, что это собрание клановцев, послал бы эту работу нас. 4 октября.